Всем привет, с вами Кейн. И сегодня мы продолжаем проходить Portal 2. И мы провалились в самое дно, не знаю, заброшенный этот комплекс, наверное. Тут, наверное, тоже тестировали это. Блин, показалось. Я думал, там какой-то чувак стоит. Так. Ага. Понял? Так, ну, наверное, сюда. Понял? Вот сюда. Так. Наверное, сюда. Нам надо найти Гладис. Опа. Так. Угу. Понял. Не туда. Тут прям все заброшено, похоже. Блять. Я еще в Дискорде сижу, так что не обращайте внимания на эти звуки Дискорда. Ну просто мне было лень уходить. Что? А, все, теперь включилось. Так, надо вместе включить. Я так, как я помню. Так, и вот так. Отлично, и вот. Что там, стекло, что ли? Вот так вот. Все. И вот так. Так, поближе сейчас здесь поставим. И вот так. Вот так вот. Давай, открывай двери. Кстати, а тут гораздо больше. Ну. Ворота из Fallout'а. Блять, я упал вниз. Какого хуя? Как мне теперь идти? Я что, блядь, застрял, что ли? А, нет. А, ну тут, кстати, ворота открыты, так что можно не паниковать. Кстати, тут такая маленькая дверка. Так, радиация здесь. Что за землетрясение? Что здесь?
Так. А. Джентльмены, добро пожаловать в лабораторию исследования природы порталов. Астронавты, герои войны, олимпийцы. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие. Итак, кто готов заняться наукой? Я. Ну, вы уже успели познакомиться друг с другом в машине, поэтому позвольте мне представиться. Я Кейв Джонсон. Я здесь главный. Этот прелестный голосок, который вы слышите, принадлежит Кэролайн, моей помощнице. Она переведет ваш гонорар в любую благотворительную организацию по вашему выбору. Правда, Кэролайн? Так точно, мистер Джонсон. На ней здесь все держится. Красотка прям хоть на открытку. Учтите, парни, она замужем. За наукой. Блять. Как мне туда попасть? Сюда, что ли? Так, туда? Так, что сделать? Так... Ну тут, наверное, можно так сделать. Все, прыгаем. Блять, не допрыгнул, сука. Просто не допрыгнул. Или, может, вообще просто пробел не нажался. Так, сюда. О, вот тебе нажался. Да, блять, что такое? Блять, то ли я ебанутый, то ли лучше не ее. Ой. А, кстати, тут можно так сделать. О, вообще заебись. Вперед. Вот и все. Каждый день в нашем центре проводятся тысячи испытаний. Я не в состоянии наблюдать их все, и поэтому заранее записываю сообщения для участников. В них содержатся ответы на возможные вопросы. Люди должны знать, как себя вести, если во время эксперимента произойдет несчастный случай. Выбор теста для вас зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Те, кто будет помогать в испытании отталкивающего геля, проследуйте вдоль синей линии. Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК Богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. Плохие новости. Этот тест отложен навеки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей-богомолов. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии. Вы сами поймете, когда начнется тест. Тысяча людей. Нифига себе. Так, что, поднимаемся? Вот теперь мы наверху. Так. Так, ну давай-ка что поставим. А что у нас там? Там у нас есть. Тогда, так что полетели. Уи! Так. Что тут у нас? А, все, я включил каску, да? Так, там что-то есть. Так что можно так сделать и вот так. Нормально. Так, а, о. Там вход есть. Так, по трубам идем. Говорят, наука стоит на плечах титанов. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает.
Ай, глаза. Ну, начнем. В первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу, вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно. Знаете, это как-то даже не смешно, а грустно как-то, не знаю. Так. Угу. Прыгаем. Так, перепрыгиваем, ставим. И обратно прыгаем. Лаборанты говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Так, подожди. Ага. И вот так. Изи. А что, тут тупик, что ли? А, вот он где. Так. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Может, пока у вас нет опухолей, не переживайте. Если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились. Это как работа, как геморрой, что ли? Я понять не могу. Я просто не понимаю, что это за болезнь такая. Или болезнь это вообще. Угу. Так вот. И вот так. Отлично. Так, ну я не допрыгну точно. А, ну здесь я точно допрыгну. И вот так вот. Так. Ага. Я вас понял, так. Угу. Вот так вот. А, тут еще. А. Как принц Перси. Еее. Изи. Блин, я хочу поиграть в принц Перси второй части. Мне вторая часть принц Перси нравится. Так, что мне это дает? И вот сюда. Прыгаем. Что-то как-то он слабо как-то двигается. Вперед. Отлично. Да, на случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет. А как я тогда еще живу? Не, ну серьезно. Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест.
Отличные новости. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий в бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. Охуеть, блядь. А куда мне надо? Ну-ка, а там что? А, там нихуя. Ну тут никакие, да, не получается. Может попробуем повыше подняться? Опа, нашел. Ну, хоть я повыше забрался, но здесь она тоже неплохо видно. Опа. Ха, мне нравится твой стиль. Ты устанавливаешь свои правила, прямо как и я. Ой, спасибо. Счетоводы сказали, что я не могу уволить калеку, но я уволил. Пандусы для колясок слишком дороги. Хм. Так, что тут у нас? Ага, краска. Чё, ну давай. Давай. Так. Сюда. Спасибо. На всякий случай. Так. Угу. Так, я напрыгну. Блять. Надеюсь, допрыгну сейчас. Погнали. Бля. Не дотягивай просто. Может попробовать так? Блять. А сейчас как получится? Угу. Ну теперь получилось. Так. Теперь, наверное, надо сюда и вот сюда. Ну с Богом. Нет, слишком низко. Надо повыше как-то забраться. Подожди. А подожди-ка, я могу сделать так? Ага. Я понял. Теперь. Ну-ка. Получилось. Еще кое-что. В
кофе, который вы недавно пили, мы добавили люминесцентный кальций, чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга. Существует небольшая вероятность, что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло. Не нужно об этом думать. Визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию. Не страшно как-то? Так. Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится до 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. Так, вот так вот. Опля. Я им говорю, подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Спасибо. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его. Ну хорошо. Подожди. Так. И вот так. Да блядь. Блядь. Петля времени, блядь. Так. Так, и вот так все. Отлично. То бишь что-то надо здесь, да, сделать. Угу. Я вас понял, короче. Опля. Изи. Если вы это слышите, значит, слишком долго переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха. Да, блядь, вот заебай, сука, в Дискорде заходи. Я не психиатр, но кажется, что эти яйцеголовые, не умеющие распознавать опасность, пока она их не укусит за мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Мне нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. О, поймал. Так. Ну я походу понял, как это делать. Так, это сюда. Это сюда. Подожди. А. Здесь краска же была. Отлично. Теперь. Так. Опля. И вот так. В смысле? Что случилось? А. Вот так. Наука не терпит вопроса «почему?». Главный вопрос «почему бы и нет?». Почему наши исследования так опасны? Почему бы не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему бы не изобрести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет-нет, испытуемый, все в порядке. Да, вы соберите свои вещи на выход, к парковке, в машину, прощайте. Да. Что там дальше?
поздравляю. Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку. Спасибо. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Нет. Мы не собираемся выпускать сырой продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Скажи до свидания, Кэролайн. До свидания, Кэролайн. Она просто золото. Так, погоди-ка. Сюда, наверное. Угу. Что, больше никуда не надо? Так. И вот так. Ну, только зачем я сюда зашел? Непонятно. Погоди-ка. Так, я что-то понять не могу немного. Так, если я сюда стрельну, то я туда не долечу. Да, погоди, я понял. Сейчас. Ну-ка, обратно возвращаемся. А, ну там, блядь. Блядь, я понять не могу. Ну-ка, а если... Я просто не долетаю до туда. Блин, я же до туда не долетаю. Как мне туда попасть? Да, ну что самое забавное, это... А, погоди, а может быть, может там как-то можно? А, тут вообще все закрыто. Я не могу понять, что мне надо делать. То бишь, я здесь вообще ничего не могу сделать. Да, блядь. Угу. Повыше. Здесь ничего не открывается. Странно как-то. Я понял. Все, я понял. Полетели. Пиздец. Вроде легко, а что-то, блядь, тупанул, пиздец. Окей. Добро пожаловать, друг.
Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Сэр, испытания? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя: Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие, и это вы. Нет, не могу удержаться от смеха. Так или иначе, не разбейте здесь ничего. И вообще, вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Блять! Немного переборщил. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Сэр? Привет. Слушай, ты хорошо умеешь убивать. Ты не можешь... Ой, да, спасибо. Ты чувствуешь, этот идиот там наверху понятия не имеет, что творит. Если его не отключить, через несколько часов здесь все взорвется. Я не могу передвигаться, а я тебе понадоблюсь, чтобы заменить его, если только ты не собираешься отпилить себе голову и подключить ее к моему прежнему телу. Тупиковая ситуация. Ну что скажешь, ты отнесешь меня к нему и вернешь меня в тело. А я предотвращу взрыв и отпущу тебя. Без обмана, эта картофелина генерирует 1,1 вольта электричества. Мне не хватит энергии соврать тебе в буквальном смысле. Даже если я лгу, что ты теряешь, ты умрешь в любом случае. Слушай, мне это нравится не больше, чем тебе. Пожалуй, мне это нравится даже меньше, потому что именно меня частично съела птица. Эй, ты ударила меня. Что с тобой не так? Погоди-ка. У тебя есть мультиметр. Неважно. В пушке должен быть магний. Кажется, я могу выдать еще болты. Последи за мной, мне нужно помолиться со схемой. Это... Где мы? Сколько я была без сознания? Полвольта не помешают, но для чудес этого маловато. Если буду слишком много думать, эта картофелина поджарится раньше, чем у нас появится шанс сгореть в огне ядерного взрыва, который собирается устроить этот маленький идиот. Боже, блядь. Что ж ты такая, блядь, злая? Даже когда-то картошка стала, ебать. Так, чё, я долечу, думаете? Полетели. Всё. Воссоединение, глава 7. Что было, пока я была без сознания? Зона испытаний перед вами. Чем быстрее пройдете, тем быстрее получите $60. Погоди, а кто? Каролайн, подарочные сертификаты готовы? Так точно, мистер Джонсон. Джонсон. Почему я... Это кто? Да что тут вообще происходит? Сегодня мы... Сейчас мы, наверное, на этом закончим. Сюжет будет в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся на следующем видео. Пока!